Всем привет, ребят! Ну что, на тайванском сервере уже обновились некоторые награды и есть инфа по поводу ежедневных входов, акций на день замковладельцев, карта богатства. Поехали ее посмотрим. Так, плюшки. Так, что у нас есть? Ну, вот такая вот за вход 3 раза на день карта богатства. Ну, не знаю, четвертые сундуки, почему не пятые, не шестые, где падают топовые эмблемы? Ну, можно было уже дать это по одному сундуку. Плюс сюда добавили на Крока итемы. Ой, не на Крока, а на этого дракончика. Ну, они похожи мне. На сову 20 штук, ну такое себе, честно скажу. Без донатов все равно этого толком не прокачают. Да, это итемы, это расходники, которые сложно достать, но это не то, чего, не знаю, хотелось бы, наверное. Хотелось бы больше здесь каких-то рунок, каких-то эмблем. Эмблемы, как видите, отсюда вообще убрали нафиг. IGG, как обычно, ну, красные кристаллы, такое себе, ну, камни, да, на прокачку, на 13-й, на 14-й скилл, ладно, пусть будет, ну, вот это вот все остальное такое себе. Сменка, да, однозначно плюс, ну, если так взять, посмотреть, это нафиг не надо, это тоже, по сути, такое, ну, без донатом все равно сложно будет получить расходники, это... плюс печеньки, такое, тоже такое себе, ну, мутантов, единственный вариант это получить мутантов, ну, их и так можно получить. Сундук такой себе, печеньки считаем плюс, камешки однозначно плюс, сменка плюс, кулаки, ну, 300 кулаков, ну, умножить на 2, там, 600, вроде здесь на 2 удваивает, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим, попробуем. Такое себе. Чтобы сказать, что мега круто, ну, с другой стороны, это халява каждый день. То есть в этом, да, в этом плюс. То, что можно получить некоторые расходники на протяжении, сколько у нас оно идет. Двенадцать дней. Ну, то есть даже 13 на 3, 39 разных плюх. Ну, 40 штук удвоения. В принципе, неплохо. Ну, куда их там? Ну, вот они будут сейчас сыпаться, наверное, каждый раз, как обычно это бывает. Раз за разом только они будут и сыпаться. И нафиг их столько надо. Вот тоже, не знаю, посмотрим. Ну, такое, честно говоря, скажу, мне не особо нравится. Такс, поехали чекнем, что еще за акции у нас есть. Есть еще за вход. За вход. Посмотрим, что у нас тут. Так, это что-то оно кидает туда-сюда. Вот оно. Такс, награды за вход. Сколько даст? 200, ну, в принципе, плюс. Если учитывать то, что там дают те расходники, и здесь забирать каждый день первое, то, в принципе, плюс. ЗПшки, блядь, ну, куда эти ЗПшки? Ну, вот нафига они нам надо? Вы даете книгу одну желтую, которая дает больше, чем эти ЗПшки. Ну, нафига вот это вот надо? Награда за второй день вообще никакая. 50-ка кулаков, ну, в принципе... Можно сказать плюс, потому что у многих начинающих нету возможности там фармить много. На коробки можно спустить, на расходники по прокачке. Да, это плюс. А плюс на титул надо будет в дальнейшем. Кто туда дойдет, я не знаю, правда, кто туда дойдет. Но...
такое, мне интересно. Так, один камешек за четвертый день. Ну, сказать, что в принципе плохо, ну, три дня. Она тоже идет с 1 по 23 получает. А, с, фу, ты говорю, с 10 по 23. Три камешка там получить или 4. Не знаю. Однозначно плюс то, что это на халяву и все остальное. Но хотелось бы какой-то более улучшенной халявы. 5 сундуков. Еще какая-то фигня. 50. Я не знаю, что это такое дают. Но, блин, не знаю. Не особо мне оно заходит. Так, тут шарик у нас уже закончился. Завтра на русском сервере тоже он закончится. Все. Поехали сразу же битву гильдии за фармим. Что-то как-то... А, подождите, какая... А, она, блин, она сегодня только закончилась, говорю, за фармим. Вот это я даю. Я себе привык, что... Ну, как обычно, на всех нормальных серваках открываем плюхи. А здесь она до 6 вечера. Блин, немножко не успел. Ну, как всегда. Битва гильдии здесь проходит всегда очень успешно. Так, что у нас по расходникам? Питомцы есть. Если что, здесь покачаем, посмотрим. Должно нам расходников хватить. Так, это у нас атака фортов. Да, это атака фортов. Бегали. Даже видите, даже расходников толком нету. Кстати, надо сейчас чекнуть плюхи. Хочу посмотреть вторую награду, еще 3 минуты. Надо забежать на немку посмотреть. Но однозначно плюс вот это. Каждый... А, даже 2 раза, вот считайте. Я вам показывал вчера и сегодня. Нифига себе, прикольненько. С таким интервалом, конечно, можно, я думаю, фармить без проблем. То есть здесь собрать огника меньше месяца можно собрать, в принципе, я думаю. Вообще отлично. Ну, правда, надо иметь нормально запашек еще, но шанс очень хороший. Сейчас попробуем. Ну, за запашки вы максимум 100, как раз вам этого хватает. Конечно, если дальше уже ролить свыше 100, то там еще сумки дают. То есть вы можете еще быстрее собрать. Но сумки, правда, первого левела, я не знаю, фигня по сути будет. Так, отлично. Ну, вот видите, коробочка. Блин, а было ж вроде 10. Вроде давали 10 коробок. Поменяли награды, что ли? Коды поменяли, было 10 коробок. И расходников больше. Может, один день такая акция, один день другая. Но в любом случае 10 осколков мы с вами забрали. Так, еще минутка и посмотрим следующую награду. Ну, такое. Ничего не меняется. В любом случае это плюхи на халяву, поэтому жаловаться тоже не стоит. Но хотелось бы каких-то более интересных плюх все-таки. Как-никак... Люди играют, заходят, и можно было бы уже дать нормальные, более-менее плюхи. Но это же IGG. Давайте за 450. Давненько я здесь самоцвета не сливал. О, друид, ну вообще огонь. Блин, Мишаня просто падает везде. Я уже не знаю. Сыпет. Уже на сколько вчера я ролил, на скольких аккаунтах, просто тупо... Тупо падает везде. Так, ну давайте.
Удивите меня еще здесь. Ну, надо заходить, забирать. По сути, это 45 минут. Либо с утра зафармил, потом вечером зашел, зафармил еще разок. В принципе, как вариант. Ну, у кого много аккаунтов и на разных серваках, это такой геморрой эта акция. Просто нереально. Не успеваешь. В принципе, надо играть на одном сервере. И не парить себе мозг. Вот такое. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Сейчас буду попозже проходить битву гильдии. Забегайте на стрим. Всем удачи. Всем пока.